Александр Матринов, капитан команды «Тулгу». Саш, скажи, почему проиграли? Ну, натыкаемся на те же грабли, что и в прошлом году, когда были на ходу. Наступил большой перерыв. Можно сказать, подготовки у ребят не было. Мы все в разных командах, все тренируемся по-разному. Вот собрались, первая игра. Ничего другого не ожидали, что Владивосток тоже ни одной игры не сыграл. Они команды сюрприз были, не знали, что от них ждать. И самим было тяжело, поэтому как-то игра вышла скомканно. Сделаем работу над ошибками, я думаю, все у нас будет хорошо. Как ты оцениваешь вообще игру команды в целом? Ну, в целом, я как сказал, у нас мы славимся командным футболом, сами у нас нет индивидуалистов. Мы всегда показываем свой характер. Сегодня, к сожалению, во втором тайме этого характера не было, поэтому закономерный счет. Все по делу. Насколько будете готовы к следующей игре? Нам стыдно, будем исправляться. Мы уже не раз демонстрировали то, что после плохой игры мы можем собраться и исправиться. Завтра будем рвать, метать. Спасибо, удачи.